Начинается регистрация билетов и оформление багажа. Пассажиры 3643 авиакомпании «Авиалинк» Д.С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 
Выполняем рейс 643 по маршруту Брянск-Санкт-Петербург. Расстояние аэропорта Санкт-Петербурга составляет 950 километров. Время в пути 1:25. Наш полет будет проходить на высоте 10 тысяч метров с азимутом полета 330 градусов. Желаем приятного полета. Добрый день, дамы и господа, меня зовут Елена, я старший бортпроводник экипажа. Приветствую вас на борту самолета Сухой Суперджетство авиакомпании «Азимут», который назван в честь реки Великая. Наш экипаж желает вам приятного полета. Благодарю за внимание. Пожалуйста, молодец, сейчас мы имеем из Челяна, где трассовка. Все аварийные выходы оборудованы трапами. При открытии двери трапы надуваются автоматически. All emergency exits are equipped with automatically inflating evacuation slides. Каждый выход обозначен световым табло «Выход». Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Each exit is marked with an exit sign. Please take a moment to note the exit nearest to you. Светящиеся дорожки на полу указывают расстегнуть ремень. Поднимите крышку замка. To release the seatbelt, lift the buckle cover. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане кресла перед вами. Посмотрите ее внимательно. Благодарим за внимание. For details, please refer to the safety information card located in your seat pockets. Please read it carefully. Thank you. Дамы и господа, мы готовимся к взлету и просим вас разместить ручную кладь на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Застегнуть ремень безопасности. Привести спинку кресла в вертикальное положение. Убрать откидной столик. Открыть шторку иллюминатора. Все виды электронных устройств и мобильные телефоны должны быть переведены в авиарежим или выключены. Обращаем ваше внимание, что на борту запрещено употребление алкогольных напитков, принесенных с собой, и курение, в том числе электронных сигарет. Желаем вам приятного полета. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make
make sure that your seatbelt is fastened, your seatback is in the upright position, tray table is stowed, all electronic devices and mobile phones are shifted to the flight mode or switched off. Thank you for your attention.
посадке. Просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Все виды электронных устройств и мобильные телефоны переведены в авиарежим или выключены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are ready for landing. Please make sure that your seat belt is fastened. Your seat back is in the upright position. Tray table is stowed. All electronic devices and mobile phones are shifted to the flight mode or switched off. Thank you for your attention.
Санкт-Петербург. Благодарю вас за то, что воспользовались авиакомпанией «Азимут». Будем рады новой встрече с вами. До свидания. Всего вам хорошего.